Мы в Лидсе на стадионе Элланд Роуд. На комментаторской позиции сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Англия в прямой трансляции сегодня — это премьер-лига. Сегодня Лидс сыграет против Арсенала. Отличная игра нас сегодня ждет. Мы этот матч, разумеется, ждали вместе с болельщиками. И вот мы видим состав хозяев. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Арсенал сегодня в следующем составе начинает матч. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты обязательно впереди помогут. Арсенал у нас сегодня одна из команд. Наверное, это и есть один из символов английского футбола. Команда, без которой сложно себе представить премьер-лигу. Несомненно, но еще вот что о ней интересно было бы сказать. Арсенал — первая команда, которая играла в матче, показанном в прямом эфире на телевидении. В 1937 году руководство Арсенала организовало специальный матч между основным составом и резервистами. И эту игру на Хайбере показывали впервые в истории футбола по телевидению. Здорово играет в отборе. Арсенал с мячом на фланге, и есть куда бежать. Штрафной в пользу Арсенала. Этот арбитр, видимо, достает карточку только в самых крайних случаях. И посчитал, что в этом эпизоде достаточно провести воспитательную беседу. Знаешь, по-моему, у него все-таки была мысль достать карточку. Даже рука потянулась к карману, но в итоге обошлось. Навес в штрафную. Отлично защитник сыграл и разрядил ситуацию. Гости сегодня в роли одной из тех команд, которые предпочитают играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибки, чтобы получить мяч и навязать свою игру. Для такого футбола нужна очень серьезная выносливость у команды. Мало кто умеет грамотно уходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Отлично в прессе.